Всем привет, всем доброе утро. Мое утро начнется сейчас с маски. Хочу сделать себе маску. Значит, вот эта вазочка прислала маску, вот она. Надо, значит, держать 15-20 минут. Вот хочу ее сейчас открыть и посмотреть, значит, что получится. Лицо очень сейчас в связи, значит, с осенью сохнет, кожа очень. Ну и понятное дело, что после лета, да, после солнечных таких ванн, вот, надо кожу подпитать, и чтобы она была красивая, и тогда я буду сама красивая. Но это же говорила вам, что как похудеешь, вот, начинает висеть и тут кожа. Ну, в общем, сейчас буду заниматься маской. Значит, сейчас использую. Не буду показывать, что это за маска, вот, что за фирма, чтобы не было это как реклама. Вот. Сейчас открою. И посмотрим, мы все вместе с вами посмотрим, что это за маска. Так. Ну, посмотрим, какая, как она, какой результат принесет. Значит, видите? Ой. Боня с Ромашкой, наверное, тоже хотят маску. Значит, на такой пленке она. Сейчас эту пленку сниму. Аккуратненько. Видите, вот так вот. Ой, она не заклеилась у меня. Порвется вся. Так. Ровненько. Наклею сейчас ее. Ее надо держать 15-20 минут. Что-то она мне тут заклеилась. Так. Что-то плотно прилегает, значит, кожи. Надо трошки нос подправить. Ну а тут на подбородок потом я сделаю себе маску из белка, меда и оливкового масла. Ну, вот. В таком виде я пробуду 15-20 минут. Ну, полежу сейчас, ляжу. Я думаю, наверное, эту маску надо лежа использовать. Вообще все маски надо использовать, нанести на лицо, а потом, значит, обязательно в горизонтальном положении. В общем, все, пошла ложиться. Ну, а потом посмотрим на результат.
Так, ребята, прошло вот 30 минут. Маска, значит, моя полностью вот высохла. Вот когда я ее наносила на лицо, она такая была влажненькая. Вот. А сейчас она вот сухая. Вот. Ну и уже пришло, наверное, время ее снимать. Сейчас я ее потихонечку сниму. Вот она, видите, как приклеилась такая. Так, полностью ее сняла. Вот. И теперь вот эти вот остатки, значит, маски, которые остались на лицо, их надо вот так вот потихонечку вбить, значит, в кожу. Значит, не надо ее не смывать, вот как по инструкции этой маски. И вот так потихонечку, значит, вбить. Ну, что надо сказать? Ну, результат есть, да? Смотрите. То есть кожа прям такая становится бархатистая. Вот. Видно, да, что вот эти носогубные складки чуть разгладились. Вот. Ну, я довольна маской. Такое лицо становится бархатное-бархатное. Вот. Ну, вот эти вот глаза и губы, которые вот остались, вот. Я их тоже буду использовать. Не буду их отклеивать и выкидывать. То можно еще под глаза будет нанести. Ну и сюда. Вот тут возле рта. Так что маска хорошая. Спасибо, вазочки. Вот. А сюда, значит, на подбородок и на шею, на декольте, я сделаю сейчас белок, оливковое масло и немного лимонного сока. Вот. И сюда тоже нанесу. Вот, чтобы кожа тоже немножко попиталась. Так что спасибо тебе за такую хорошую маску. Ухаживайте за своим лицом, потому что осень, зима, значит, кожа требует ухода и внимания. Ну все, пока. На шею сделаю себе вот такую маску. Вот смотрите, белок возьму, так вот его хорошо, значит, взобью, чтобы он так без соплей был. Так необходимо. Потом возьму меда. А чайная ложечка хватит меда. Много не надо. Сейчас вот сюда тоже в белок положу. Тоже это все забью. И оливкового масла немножко. Там несколько капель. Хватит. Достаточно. Можно положить еще лимонный сок. Вот. Он отбелит кожу. Лимон есть. Ну, я без лимона сейчас сделаю просто вот так. Мед, желток и оливковое масло. Ну, сейчас пойду еще возьму витамины и покажу, какие еще витамины сюда положу. Видите, взбила вот это. Белок, мед и масло. И вот хочу положить вот такие вот по пару капель витамин. Витамин А и витамин Е. Пару капельчик. Будет нормально. Вот такую маску можно на все тело делать. Несколько капелечек. Потом тоже ее нанесу на шею и на подбородок. Вот. И она хорошо разглаживает и хорошо питает. Можно сюда, если для тела, можно добавить кофейную гущу. Вот у меня вот. Кофейную гущу не буду сейчас добавлять. Лимон тоже не буду добавлять. Вот просто вот такой вот смесью. Значит, намажу себе шею и вот подбородок, чтобы оно разглаживалось. И вот так вот немножко подбородок помассирую. Чтобы он разгладился.
Время года настает осень, поэтому еще раз повторю, что просто необходимо для кожи это делать такие питательные маски. Ну, а теперь все.